И первой прозвучит песня, которая победила в конкурсе. Это песня-победитель в конкурсе песен и стихов про мост через Керченский пролив. Автор песни – обыкновенный водитель из Иваново. Его имя Леонид Чернышов. Слова и музыку он написал, вдохновившись своими воспоминаниями 30-летней давности, когда он мечтал, что когда-нибудь своим детям покажет мост через Керченский пролив. И вот мечты... Мечты сбываются! На сцене народный артист России Олег Газманов! И ансамбль песни и пляски Черноморского флота! При свете солнца или звезд он величавый и красивый, такой желанный Крымский мост связал два берега России. Открыл дорогу он туда, где скалы, море и вершины, туда, где мчатся поезда, и по нему спешат машины. Пускай шторма тебя обходят мимо, ты радуй взгляды и приветливу. Встает рассвет над Керченским проливом. Удачи, любви, с Богом добрый путь. Прекрасный полуостров Крым, из золотых полей Кубани дорогу проложили мы, с тобой свою судьбу связали, ты все пути для нас открыл, дорогой солнечной надежды, вопроса, как добраться в Крым, уже не будет так, как прежде. Пускай шторма тебя обходят мимо, ты рады взгляды и приветливу. Встает рассвет над Керченским проливом. Стоять веками, он создан мостовой душой, ее рабочими руками, он на глазах на наших рос, поднялся гордо всем на диво, открыл дорогу Крымский мост, над теплым Керченским проливом. Пускай шторма и приветлив Бог.